Упрощенный порядок регистрации домов на землях СНТ, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, называемый дачной амнистией, будет действовать в России до 1 марта 2026 года. Зарегистрировать строение можно в три шага. Оформить технический план дома, заплатить госпошлину за регистрацию права собственности в размере 350 рублей и подать заявление и соответствующий пакет документов в МФЦ. Представители областного правительства рекомендуют собственникам не затягивать с регистрацией. Бесплатные консультации можно получить по телефону 8 498 568 88 88.